Шадринске отменены все противоэпидемические мероприятия. В городе продолжает наблюдаться снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. За период с 9 по 15 февраля зарегистрировано всего 477 случаев против 635 за прошлый анализируемый период. Сегодняшний уровень заболеваемости ниже порогового в 1,5 раза. В связи с этим, как сообщает пресс-служба администрации города Шадринска, на очередном заседании штаба по предупреждению распространения гриппа было решено снять ограничительные и противоэпидемические мероприятия. Отменяется масочный режим на объектах торговли, транспорта и бытового обслуживания. Снимается запрет на проведение массовых мероприятий среди детей в закрытых помещениях. Также отменяются карантинные мероприятия в лечебных учреждениях. Карантин в городских школах, напомним, был отменен еще с 13 февраля.